В октябре в полиции запустили телеграм-бот для жалоб по поводу сбыта наркотиков. Уже через несколько дней после запуска на него поступило анонимное обращение о подозрительном поведении 20-летней девушки. В результате проверки девушку и ее парня задержали. Полицейские изъяли у них по 14 свертков с порошкообразным веществом. Получены результаты экспертизы, согласно которым изъятое вещество является синтетическим наркотиком мефедрон. Также по показаниям задержанных были обнаружены уже сделанные закладки. Всего полицейские изъяли 45 граммов наркотиков. В настоящее время проверяется еще одна оперативная информация. Также получено около 30 сообщений по ссылкам на веб-ресурсы о продаже наркотиков или работе распространителей. Все они направлены на блокировку.